Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня у меня для вас обзор из магазина «Чижик», это город Ульяновск, улица Алексея Наганова, 10А. В продаже появились очень красивые формы для запекания, прямоугольные формы с ручками торговой марки Kitchen Collection. Размер 33,7 на 20,5 на 5,5 см. В составе керамика, изготовитель Китай, стоимость 500 рублей. Друзья, в продаже появилась новая коллекция посуды. Смотрите, какой интересный красивый оливковый цвет. Сковорода литая. Алюминиевая с антипригарным покрытием, 26 сантиметров диаметр, подходит для всех видов плит. Цена 629 рублей, изготовитель Китай. Из этой же коллекции есть кастрюля, литая алюминиевая с антипригарным покрытием и со стеклянной крышкой в комплекте. Диаметр 20 сантиметров, объем 2,8 литра, стоимость 699 рублей. И есть ковш. Тоже литой, алюминиевый, с антипригарным покрытием, с крышкой, диаметр 16 см, объем 1,4 литра. Ручка здесь с покрытием Soft Touch. Производитель также Китай, стоимость 559 рублей. Следующая новинка – это набор чехлов для одежды. Они пыльнепроницаемые, на молнии их можно стирать. Размер 60 на 121 и 60 на 83 штуки. Материал полимер, изготовитель Китай, цена 199 рублей. Еще одна новинка, очень классное термобелье женское. Смотрите, какая интересная ткань, флисовая. Сохраняет тепло, быстро сохнет при стирке, до минус 25 подходит. Здесь лонгслив и леггинсы, цвет вот такой телесный. Плотность 210 грамм на метр квадратный. Стоимость 599 рублей. В продаже есть чайники со свистком торговой марки Kitchen Collection. Чайник из нержавеющей стали, объем 3 литра, очень красивое покрытие красного и синего цвета, цена 799 рублей. Еще одна новинка – короб для хранения. Представляете, бамбуковый короб с ручкой, размер 31 на 31 на 31 сантиметр. Красивый натуральный цвет, цена 249 рублей. Следующая новиночка – это этажерка, минажница бамбуковая, трехъярусная. Диаметр ярусов 28, 21 и 16 сантиметров. Материал бамбук и металл. Изготовитель Китай. Вся инструкция по применению здесь прилагается на упаковочке. Цена 499 рублей. Очень классный винный столик. Здесь есть подставки для бокалов, для бутылки и 4 секции минажницы. Он на ножках, сборно-разборный, размер 28 на 28 на 19 сантиметров. Материал бук, вес 900 грамм, стоимость 899 рублей. Следующая новинка – корзина декоративная, металлическая, с деревянной ручкой, размер 25 на 24 на 17,5 сантиметра. Здесь 3 цвета в наличии, цена 399 рублей, изготовитель Китай. Также в продаже появились бокалы для вина из цветного граненого стекла. Бокалы объемом 320 мл. Производитель Россия. 3 цвета в наличии, цена 149 рублей. Друзья, в продаже появились подарочные наборы женские. Жилет Pantene. Смотрите, здесь в наборе бритва с одной сменной кассетой с тройным лезвием. И шампунь Pantene Pro-V для окрашенных волос. Без силиконов и красителей. Производитель Польша и Франция. Такой вот наборчик. Цена 599 рублей. Еще один подарочный набор торговой марки Аура. Здесь в наборе крем-гель для душа, сливочная ваниль и пион, витаминный комплекс 250 мл. И крем для рук, хлопок и матча, тонизирующий 75 мл. Цена 199 рублей. Друзья, еще одна новинка – это увлажнитель воздуха для помещения площадью до 30 квадратных метров. Верхний залив воды, объем 3,6 литра, непрерывно может работать до 10 часов. Цена 1400 рублей, мощность 25 ватт, имеется автовыключение, механическое управление, плавная регулировка. Производительность 280 мл в час, гарантия 1 год. Друзья, следующая новинка. Смотрите, какие классные худи. Два в одном привезли. Это худи-плед. Большой, универсальный размер, очень мягкий. Здесь свободный крой, мелкий ворс. Имеется удобный капюшон и рукава с манжетами. Также впереди имеется большой вместительный карман. Можно ручки погреть. Рукава длинные. Подходит как мужчине, так и женщине. В составе флис, искусственный мех, 100% полиэстер. Изготовитель Китай. Стоимость такого пледа 1299 рублей. Еще одна новинка – шарф женский с кисточками.
Рисунок геометрия, размер 65 на 180, в составе 30% хлопок и 70% полиэстер. Такие вот шарфики, здесь они в ассортименте по расцветке, вижу три цвета получается, цена 399 рублей. В продаже есть очень классные плотные шерстяные носочки с рисунком снежинки, в составе 80% шерсть, 20% полиамид, изготовитель Карачаево-Черкесская Республика. Расцветка в ассортименте, стоимость 199 рублей. Холодец мясной говяжий Гранд Меню на мясном бульоне. ГОСТ. 300 грамм в этой упаковочке. Смотрите, прям волокна мяса видно. Изготовитель Россия, Московская область. Цена 109 рублей. Грудинка копчено-вареная из мяса свинины. Торговая марка Вернер. Кусочек 300 грамм. Изготовитель Московская область. Город Дмитров. Категория В. Стоимость 179 рублей. Колбаса варено-копченая московская торговой марки Вернер. Масса 500 грамм. Категория А. Изготовитель России, Московская область, город Дмитров. Цена 299 рублей. Колбаса полукопченая краковская, тоже торговой марки Вернер. ГОСТ. Масса 400 грамм. Изготовитель Республика Татарстан, город Набережные Челны. Стоимость 169 рублей. Филе сельди слабосоленое в масле, торговая марка «Дикое море», масса 250 грамм, изготовитель Ленинградская область, цена 99 рублей. Также в наличии есть морская капуста по-сахалински, тоже «Дикое море», продается в контейнере в пластиковом, масса 500 грамм, изготовитель Ленинградская область, цена 79 рублей. Скумбрия атлантическая холодного копчения, нарезка. Здесь масса 300 грамм, изготовитель «Дикое море», цена 179 рублей. Сыр сулугуни Food Fest из натурального свежего молока, ГОСТ, 300 грамм в этой упаковочке. Массовая доля жира 45%, изготовитель России, Белгородская область, поселок Кровеньки, цена 239. Сыр греческий Food Fest, традиционный рассольный сыр, 275 грамм масса, продается в пластиковом контейнере. Массовая доля жира продукта 40%, изготовитель России, Московская область, город Дмитров. Состав написан, если интересно, останавливается, читайте, цена 139 рублей. Колбасный копченый сыр торговой марки Светаева, ГОСТ, масса здесь 400 грамм. Так, массовая доля жира 40%, изготовитель Россия, Алтайский край, город Барнаул, цена 139 рублей. Лазанья с мясом цыпленка в пряном томатном соусе. 4 слоя теста из твердых сортов пшеницы, 370 грамм, цена 109 рублей. Кофе растворимый, сублимированный, Food Fest, арабика, арома. Продается в стеклянной баночке, масса 190 грамм, изготовитель Россия, Владимирская область, цена 299 рублей. И есть еще арабика, арома с добавлением молотого, тоже Food Fest, тоже стеклянная банка, 190 грамм, цена 299. Кофе Nescafe Gold, растворимый, сублимированный, крепость семерка, продается в стеклянной баночке, масса здесь 190 грамм, цена 399 рублей. И есть кофе Monarch, тоже растворимый, сублимированный, натуральный кофе, продается в стекле, 190 грамм масса, цена 429 рублей.